Дисклеймер. Привет, привет, Рейд. Сегодня мы с тобой продолжим проходить три ночи у краткого. Нам осталась вторая и третья ночь. Давай продолжим. Краткий говорит, да, конечно. Я не уверен просто, что я сейчас опять пройду, потому что прохожу я его уже сколько? Третий месяц. Наши поздравления. Также мы хотели бы сообщить, что теперь в главном зале стоят баллоны с газом. Они нам нужны для надувания шаров. Но газ странный. Во время шоу баллоны случайно открылись. И несколько детей стали видеть галлюцинации, а затем упали в обморок. Это, конечно, ударило по нашей репутации. Все нормально, мы предоставляем вам кнопку на планшете, чтобы закрыть баллон в случае протечки. Спросите, как это работает? Просто мы добавили мини-клешни. Когда вы нажимаете на кнопку, клешни закрывает баллон. Также помните о вентиляции и дверях. Не забывайте улыбаться. Ладно, допустим, он нам рассказал, что хотел, и в этом уровне у нас добавляют баллон с газом, поэтому могут не только электричество отключить, а еще и включить газ, поэтому нужно будет открывать планшет и быстро его отключать. Давай. Угу. Да, мне предложили еще в предыдущем выпуске посмотреть мультик. Про краткого посмотрел, да, я понял. Лампочка зовут Лампочка, ножичка зовут Канайф. Тут еще также есть круассан и краткая ёшка. И еще очень много кого. Так, смотрим. Открыл. Ушел. Так, честно, так заколебался в эту гребаную игру играть. Я не могу. А что тут всего три ночи? После Никная, ой, как его, трех ночей украдкого, я продолжу проходить пять ночей с Фредди. Чё там, у меня четвертая часть сейчас, да? Я на ней застрял. Я периодически пытаюсь проходить. Давай пока монет на всякий случай соберем. Периодически пытаюсь проходить то Фредди, то этого, как его, краткого. Вот краткий. Вот краткий, если я, собственно, пройду быстрее, тогда он и выйдет первым. А если нет, то значит, если ты это слышишь после того, как вышла четвертая часть Фредди, ну значит, не получилось, что не повезло. Если это вообще игра выйдет, сука. Что за звуки? Короче, на звуки тут вообще нет смысла обращать, потому что... Ой, блядь. Они вообще ничего не дают. Смотрим, здесь ничего. Угу. Здорово. О! Вот круассанчик. Круассанчика, чтобы избавиться, надо нажимать кнопку, ждать, 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 ждать. Пока не услышишь, тун-тун. Сука, он не уходит. Эту же музыку заучил, и она в кошмарах будет сниться мне. Съебывай ты с вентиляцией, Саша, что ты засел там, козел вонючий? Здесь ничего, блядь. О, а вот он подошел в упор, значит, скорее всего. Вот так вот сделаем, и вот так вот, все. Теперь он должен уйти. Вот, слышишь? Он уходит. Отлично. Проверяем, здесь никого. Здесь никого. Кстати, что я еще обратил внимание, что первый, второй час, третий идет очень долго. Ну, первый очень долго, второй чуть поменьше, третий еще чуть поменьше, четвертый меньше, пятый меньше. Короче, все время уменьшается время. Давай быстрее чинись. Это я не просто так говорю, потому что я... Блядь, я не дочинил.
Слушай, я не впервые проебываю на 5-м часу. Пятый час, ну сколько, пятый час, ну минимум раз 10 я точно там проиграл. Уже четвертый. Здорово. Здесь ничего. Вот эту камеру, которую я постоянно держу, там газ. Именно поэтому я ее постоянно держу открытой. Хорошо. Куда ты лезешь, слышишь? Ничего, ничего. Открываем, чтобы это свалил. Ему, походу, вообще насрать. Зашибись, да, они вообще, а сейчас строишь. 4 часа опять проиграл. Он не хочет уходить. Засел, тварь, скотина. Сидит, блядь. Упырь. Рогатый. Ага, закрыл. Закрываем тоже, смотрим, здесь ничего. Давай заправим, попробуем так, может... Бля! Ой, бля, ой, бля, ой, бля. Ну, давай, давай, давай. Слушай, они там что, танцуют, что ли? 5 часов. Это не показатель. Потому что я и на 5 часах постоянно всирал. Ничего. Вот, отлично. Короче, надо, чтобы круассанчик максимально близко, я так понимаю, подобрался к вентиляции. И чтобы он подбирался, надо провоцировать его планшетом. Когда ты планшет надеваешь, он начинает подходить. Он может и без планшета подходить, но так намного дольше. Да, я слышу, он уже лезет. Ничего. Да я слышу, куда ты лезешь? Слышишь, я планшет еще не поднял. Наконец-то. Полшестого. Хотя это полпятого даже. Хотя такого вообще времени не может быть, чтобы большая и маленькая. Так, краткий, долгая игра, как играть управление, прыжок, пробел, удар, а управление стрелками нажми правую кнопку, чтобы пропустить. Что, может, сыграем? Попробуем еще разочек. Так, ну. Так, ну а чё, как запустить игру? А, мышка. На, падла. Как неудобно, слушай, играть. Что вообще ни хера не работает. Ты ну его знает, ладно, давай. Чё, подожди. А это... Знаешь, в пизду вот этот вот мини-игра. Нам главное пройти третью ночь. Все еще продолжаем проходить краткого. И у нас третья ночь. У нас добавились батареи по бокам, как ты видишь. Новые объекты добавились. Слева сверху появилось. Приветствуем вас на третьей ночи в нашем уютном кафе. Мы хотели доложить, что сегодня был акт покушения на кафе. Кто-то разлил бензин, а рядом с ним лежали спички. Думаю, вам понятно, что это существо хотело сделать. Поэтому мы просим вас быть осторожными и в случае пожара следовать следующим правилам. Первое. Если начнется пожар, покиньте свой офис и бегите на кухню. Второе. Поверните за угол, и вы найдете огнетушитель.
Если огонь будет маленьким, то попробуйте его затушить. Но в случае большого пожара или отсутствия энергетического нажмите на красную кнопку слева. Она вызывает пожарных и полицию. Возьмите ключи справа и откройте пожарный выход. Третье. Выйдите наружу и ждите прибытия полиции и пожарных. Но не будем о плохом. Поставили отдельные батареи для дверей. Но они быстро разбежаются. Сейчас проблема с деньгами, поэтому мы идем на такие меры. Так что мы боимся о инцидентах, которые были у нас в ближайшие дни, поэтому, может, это твоя последняя ночь. Но моя работа на этой должности точно кончается. Тут происходит много странных вещей. Краткий ведет себя вполне странно. И некоторые объекты как-то странно смотрят на людей. Я волнуюсь. Ах, да, недавно я увидел, как Кнайп шел за ребенком. И у него были какие-то пустые, но в то же время жуткие глаза. Люди с другими объектами, которые ходят по городу, это не замечается. Да и у краткого какая-то странная улыбка. А также куда-то пропало ее. Его нету дома, нету в кафе. Я сваливаю отсюда. И скорее всего ты меня больше не увидишь в этом городе. Или даже в стране. Но я желаю тебе удачи. И... Стоп, что это за суп? Еще одна убегает. И тебе тоже это сделать. Прощай. Короче, как ты видишь, я выработал такую тактику, что просто слева и справа на третьей ночи нужно клацать двери. Слева чуть-чуть, право чуть-чуть и сразу отключать свет. А в планшете мы вообще не сидим. Ты чё издеваешься? Охуевший вообще. В планшете мы не сидим, потому что в этом нет смысла. Левую, правую двери смотрим постоянно. Звук какой-то опять. На всякий случай вот так вот сделаем. Да, там лампочка. Смотри, в этом уровне у нас добавились некоторые игрушки. Вон, в коробке из-под пиццы пропало кусок пиццы. Слева сверху надпись «Help» появилась, а еще батарея. Обратил внимание, что когда по телефону он говорил, он в один момент очень тихо начал говорить и размыто. Вот, он говорил про батареи, то, что они быстро разряжаются, но при этом они еще могут восстанавливаться. Так что... Тратим вот так вот совсем по чуть-чуть, и все. В планшет вообще не лазим. Это нам нафиг не надо. Кстати, я уже не помню, я за это говорил или нет, но я говорил точно за предыдущие 4000 миллионов миллиардов раз. То вон внизу кепка голубо-сине-белая с буквой D. Я думаю, это ссылка на Gravity Falls на Диппера, одного из двух главных персонажей. Не помню, опять же, в одном из предыдущих выпусков я говорил или нет, попадет ли это в эфир, нет, я не знаю. Потому что я по 10 раз перепрохожу одно и то же, пока не пройду. То, что тут часы идут первый час, ну типа с нуля, с полностью до часу, оно идет с одним временем. Потом чуть быстрее, с часу до двух, с двух до трех еще быстрее время идет. И вот так по такой логике, видишь, третий час вообще быстрее. Блять. Удивительно, как я еще жив. Я уже на этом всирал не один раз, когда оно подходит монстры совсем близко, я успеваю нажимать и отключать их. Так, кстати, тоже не помню, говорил или нет, хотя говорил миллионы раз, но что из этого попадет в видео, я не знаю, поэтому скажу. Круассанчика, может быть. Круассан это вот этот вот рогатый гандон, который лезет через вентиляцию, его можно закрывать только когда оно вот так вот в упоре подойдет. В других смыслах его нет смысла закрывать, потому что он все равно будет стоять. И надо сидеть и слушать, когда оно идет. Например...
например, вот такие вот звуки. Да, он иногда уходит полностью, а иногда нет. Это, наверное, зависит от того, насколько сильно я жду. Но слишком сильно тоже не стоит ждать, потому что по бокам тоже будут появляться и айхи, то есть краткий, потом кнайф и лампочка. Кнайф — это ножичка. О, опять подошел пырь. Кстати, тут еще неоднократно появляется ёшка. Ёшка появляется, если ты газ не успеваешь закрывать газ в планшете. В планшете у нас два варианта есть. Либо газ включается, либо отключается свет. Если отключается свет, ты понимаешь, что все темнеет, и ни с чем ты не можешь взаимодействовать. Но если газ пускается, то это перед тобой постоянно краткий появляется и мигает. То есть он тебе урона ничего не наносит, не убивает сразу, а просто мигает. Поэтому надо срочно отключать газ. Если не отключишь, появится ёшка. Как победить ёшку? Ёшка — это буква Ё, фиолетовая. У него глаза торчат в разные стороны, летают. Вот по глазам нажимаешь много раз, и тогда он уходит. Не знаю, если у нас Ё в этот раз попадется, я увидишь, короче, как его побеждать надо. Ну, от остальных ты знаешь, просто закрывать двери. А от круассана закрывать люк. Это ты все. Хочу сказать, это намного сложнее, чем в Флампе. Вроде и там, и тут всего три ночи, но этот намного сложнее. Фух, так, хорошо. Есть. Есть. Надеюсь, он не успел пройти. Уже 5 часов, но радоваться нечему, потому что на 5 часах я тоже неоднократно умирал. Все, он уходит наконец-то. Так, открываем дверь. Я позволил себе так долго закрывать дверь, потому что, смотри, у меня желтые красные полоски, а у меня только 5 часов ночи. Учитывая, что заряд очень медленно, но пополняется. Это он, кстати, нам говорил в третьей ночи он нам говорил по телефону. Очень медленно, но восстанавливается. Поэтому, если подождать, главное не переборщить, то он восстановится. Восстанавливается, опять же, по одной полосочке. Но я думаю, нам хватит, слушай. 5 часов ночи и 2 заряда, это более чем. Я иногда проигрывал, потому что заряда не хватало просто тупо. Сколько у меня заряд на планшете, я не знаю, я уже не смотрю вообще на него. Даже плевать на него, я планшетом не пользуюсь, как видишь. Им, в принципе, в этой игре и не надо, по крайней мере, в третьей, я думаю, да и в предыдущих ночах тоже. Как видишь, и так великолепно проходится. Также ноги уже затекли. Я уже... Вот это газ появился. Не мог сейчас. Ёшка появился, наконец. Бля. Эту игру прохожу уже хер знает сколько. 3 месяца прошло. Наконец-то. 3 месяца. 3 месяца ради одной игры. Жгучая концовка пройти игру. Ясен хер. Кстати, если проигрываешь, достижение не дается. Это авторы там. И короче, тут еще иногда, я не помню за какой причиной, но может включиться типа мини-мультик. Я не помню, как его получить, но это тоже, если ты косячишь где-то. А, вроде когда тебя убивает краткий, вот. Иногда может включиться мультик коротенький. Там вроде 1 или 2 их, я не помню. Либо 1, но длинненький, либо 2 коротких, я уже просто забыл. О, спасибо эти игры. Да пожалуйста. Сколько я потел, сидел. Кошмар. Но все получается, игра пройдена наконец-таки. Че еще что-то? Только нет ссылка на вторую часть, пожалуйста. Да, здравствуйте, кто это? Алло, меня слышно? Да. Здравствуйте, вас беспокоит полиция. Нам поступил звонок от вас 20 июля. Вы сообщили нам, что вас задержали не по вашей воле 3 дня, а после вы смогли сбежать. Но кафе загорелось. Кафе находилось на улице Ленина, так? Так.
Хорошо. Мы сделали обыск, и по вашим словам главного управляющего Краткова мы не смогли найти в городе. В общем так, вы должны будете прийти завтра в участок полиции, который находится на улице Шмитева, дом 7. В 3 часа дня, как подозреваем. 3 ночи в полиции, что ли? Да, но я не делал этого. Я могу привести вам доказательства. А еще вы должны найти человека, который звонил мне каждую ночь. Он может доказать все мои слова. Извините, конечно, но вы в любом случае идете как подозреваемый к нам в участок. Ведь никаких личностей и их номера телефонов и документы не были найдены. Поэтому ждем вас завтра в участке. Всего хорошего. Ладно, до свидания. Думаю, да, следующая часть будет 3 ночи в полицейском участке. Так, хорошо. Все? Да, наконец. О! Что-то изменилось. Что-то не так выглядит. А, дополнительно появилось. Персонаж так краткий. Очень злая буква, считается лучшей буквой русского алфавита. Жаждет крови. Реален. А, лампочка. Добрая лампа, даже слишком много от нее. Взгляд сгорает, ведет себя подозрительно. Реально. Да, вообще жизнь выглядит, конечно. Зол, жажден. А, плаксив находится в комнате только из-за страха к краткому. Реален. Кнайф. Да, в мультике Кнайф и Краткий постоянно ссорились. Круассан, да, очень злое хлебобулочное изделие, всегда ссорится с Кнайфом, за что и получает побои, да. А Кнайф, то есть ножичек, пиздит его. Вот тут эта вот ёшка. Челлендж без букв пройди. Козырныч какой-то еще. Безумие старый какой-то еще. О, не-не-не-не-не-не-не, спасибо, мне вот этого говна и так хватит. Чё там есть, мини-игра не надо, скримеры. Не работает. Нет, читы какие-то есть еще. Все тогда. Ну ладно, тогда на этом все. Все ссылки в описании. Напиши любой комментарий, поставь лайк, чтобы видео продвинулся. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые игры. На этом все. Скоро увидимся.